Привет, меня зовут Рушана. Я учитель биологии. Я расскажу вам про дыхание растений и про фотосинтез. Солнце дает растениям свет. Также растения потребляют углекислый газ, а еще потребляют воду. Обратно растения отдают органические вещества, а еще отдают кислород. Все это называется фотосинтез. Кислород нам нужен, чтобы дышать. Теперь я расскажу про дыхание растений. Растения дышат кислородом, а выдыхают углекислый газ. Дышат они почти как люди. Спасибо за внимание. До свидания. Учите биологию.